Думаете, легко в такую погоду на велосипеде ехать? Ну куда денешься? Надо ж спасать человека. Помогать надо. Илюда позвонила и говорит: Андрюша, выручай. Надо освободить морозилку от вареников. Такая погода, гололед. А что ж, если человек просит? Ну что ж, надо помогать своим. Вот помогли эти люди разгрузить холодильник, скажи, от вареников. Да? Поехал, один раз упал даже на повороте, но сам себе говорю: вставай, Андрей, вставай, надо помочь человеку, надо морозилку от вареников освободить. Вот так вот помогаем друг другу выжить. Тетя Людочка, живите долго и будьте мне здоровенькие. Пускай вас Господь благословит. Какая вы молодец. Какая вкуснятина, а? Это ж шедевр.